Невыносимо, невыносимо все ждать, что грянуло. 1, 2, 3, 4. Merci. Нет, роль необходима. Я готова пахать тут с утра до ночи. Когда я приближалась к железной дороге, когда я поскальзываясь шла, когда я не знала иного дела, кроме как идти. Когда я поскальзываясь шла, когда я не знала иного дела, кроме как идти. Когда я подскальзываясь шла, когда я не знала иного дела, кроме как идти, идти и думать о тебе. Главная роль. Режиссер француз. Но ты же ушла из всего этого. Или? Ни работы, ни денег, ни популярности. Вообще не понимаю, что меня пробовать-то? Все ж понятно. Пусть делает все, что хочет. А на премьере мы скандалимся. Не рассказывай ей ничего. Пошла ты в жопу! А кто там пробуется? Так Алена, подружка твоя. Внимание, группа, приготовились к съемке. Это пипец какой-то! Кульминация внутри, такое яростное одиночество. Когда герой потерял все, но не может с этим смириться. И он действует по состоянию. Я не артистка. Я актриса, твою мать, понимаешь? Приготовились? Начали. Я директор, и делить тебя с Бумрежем я не буду. Ты уйдешь от меня. Ты что, дебил, что ли? Отвратительные все вы, все! Я устал! Любая от Хансоновья! Так я разнесу здесь все сейчас! Ужой! Он мой сын. Я не нужен. Любишь ты папу цеха? Видишь отсюда. Это я замужем за этим театром всю жизнь. Это было талантливо и красиво.